Кто следующий? По очереди. Привет, тебя как зовут? Как зовут тебя? Клим. Клим, порадуй своих родных приветами. Для кого твои приветы будут? Для мамы. А еще? Папы, бабушки, дедушки. Так. Другой бабушке. Друзьям будут приветы? Да. Молодец, Клим справился с задачей. Кто следующий? Ух, желающих много, друзья. Наблюдать за происходящим в студии можно с помощью веб-камеры. Мобильное приложение Hit Channel также вам в помощь. Привет! Меня зовут Алеша. Алеш, кому твои приветы? Маме, папе, бабушке, да? Еще бабушке. Молодец, Алексей, не волнуйся, все хорошо. Есть брат? Да. Вот, брат. А он на тебя похож? Чуть-чуть. Чуть-чуть? А, здорово. А по-моему, мне кажется, вы очень похожи. Очень похожи. А вы всегда, 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 всегда вместе. Никогда не ссоритесь или бывает ссоритесь? Ну, бывает. А как же, миритесь? Ну. Как? Ну, игрушки поделили и помирились, да? Иногда да, иногда и нет. Ну, здорово. Самое главное. Молодец, а как зовут брата? Еще. Брат-близнец. Брат-близнец. Чуть смелее. Как тебя зовут? Как зовут? Меня зовут Владик. Привет, баба. Вот. Привет, бобры. Пап, привет. Ух, молодец, Владик. Мам, привет. Вот посмелее немножко.